Всем привет! Для любителей разнообразной вишни хотели показать такого нетрадиционного вишню, который у нас есть в ассортименте. Правда, в ограниченном количестве. Это вишня песчаная. Это кустарник. По силе роста похож на вишню войлочную. По крайней мере, в нашей зоне выше 2 метров он не вырастает. Имеет он такие вот черные плоды. Сейчас я против солнца зайду. То есть они не были красные, потемнели. Это вот похоже издалека, она как будто висит арония очень крупная. Вот такие среднего, относительно средние вишни размера плоды. И что еще по ней сказать? Растет они таким вот, таким кустиком. Называется это вишня песчаная или по-другому бисея. Вы можете ее встретить в каталогах, либо в справочниках. Самое главное вкус. На вкус это похоже примерно на черемуху. То есть вишни это по родственным связям и по форме, но по вкусу это сладкая черемуха. Вяжет она такая прилично. Поэтому говорю, для таких очень ценителей. Хорошо она растет у нас на Урале. Здесь в средней полосе мало этот кустарник распространен. Ну, кого заинтересовал, в нашем интернет-магазине школьныйсад.рф можете найти вот такой вот вишню песчаную.